теперь внимание для тех, кто обожает костюмы. Честное слово, перед тем, как мы готовились к эфиру, я подошла к нашей стойке с одеждой и тут же вцепилась в костюм. Да, потому что это правда. Это выигрышный вариант, да. Я не успела даже глазом моргнуть, бежит Оля со своим янтарным комплектом, изящной орхидеей. И тут я понимаю, все, опоздала, Надя. Цена за комплект. Реально за вот такие вот элегантные, укороченные лосины и верх в виде туника. Да, давай поговорим о расцветках. Слушай, ну твоя очень красивая. Да, это янтарный. Порекомендую, если, да? Да, здесь идет градуированный цвет, переход от самого светлого к низу к темному. И у нас очень реалистичные орхидеи, которые буквально нас относят к таким тропическим жарким странам. Опять же, поднимает настроение. Если вы предпочитаете теплые оттенки, так же, как и я, присмотритесь к янтарному цвету. О, и такое богатство выбора оттенков. Сейчас подвиньте ваши кресло, подвиньте стул, подойдите к экранам, смотрите, ведь все комплекты не в одном цвете, они переходят из оттенка в оттенок. Итак, твой янтарный. Так, янтарный цвет, это синий цвет, ну посмотрите, какой здесь интересный переход цвет идет. Лена, очень красивый, нежный. Необычный синий цвет, и это комплект, потому что сюда, подождите секундочку, входят вот такие тоже градуированные, ой, как интересно. Я хочу показать, что лосины у нас тоже непростые. Они переходят от темного к нежного такого цвета синевы. Это синий комплект тоже с орхидеями, тоже за 2799 рублей. Давайте посмотрим. Все. Девочки, кто мое сердце разбито. Сиреневые я цвета. На самом деле вижу Марину на подиуме. Я просто падаю в обморок от этой красоты. Да. Вау, сиреневый цвет. Давайте этот цвет мы увидим на нашей модели и оценим. Посмотрите, какой богатый. Объявляю охоту на фиолетовый цвет открытым, потому что сейчас столько будет желающих. Посмотрите только на наших красавиц. Костюм орхидея. По вашим заказам, по вашим просьбам, вы любите носить укороченные лосины. 2799 рублей. Я считаю, что быстро закончатся эти комплекты. Итак, сиреневый цвет, то есть фиолетовый, сиреневый с фиолетовым, есть в наличии янтарный. Давай, Оленька, подходи к нам, мы все посмотрим сейчас. Синий цвет, есть еще зеленый нарядный и потрясающий. У вас трио. Давайте посмотрим. Давайте потанцуем. Прям вот хорошее настроение. Итак, девчонки, мы можем танцевать в этом костюме. Мы можем легко двигаться, потому что абсолютно легко дает возможность эта ткань. Ткань подтягивается, ткань эластичная. И эта ткань состоит из высокого содержания вискозы. Здесь порядка 70% вискозы. И при этом вы буквально как королева вступаете. На вас будут оглядываться. И вы будете неподражаемы. За что люблю шоп-н-шоу. Что мы хоть и в ограниченном количестве, но неповторимые вещи предлагаем вам. Однозначно. 2799 рублей. Вы видите сейчас тунику, но нет. Это цена за весь комплект, ведь сюда входит не только туника, смотрите, как градуированная красивая расцветка, но и градуированные лосины. Посмотрите, какие эффектные лосины. Давайте покажем, что они у нас эластичны. Ух, как! Вот это да! Да, абсолютно эластичные. Причем, Надя, мы не услышим треска нити, мы не услышим треска ткани. Эластичный костюм. В таком костюме можно отправиться в путешествие, можно легко перенести дальнюю дорогу. В поезде, в самолете, дорогу? Где угодно. Ты шутишь? Если бы я в таком костюме ехала в автобусе, например, да, куда-то дальнее путешествие, так все бы смотрели только на меня вот в таком ярком нарядном комплекте. Кстати, Оля предпочитает носить этот комплект с поясом и лосинами. Это такой вариант носки. Оль, как подобрать размер? Вот ты по своим ощущениям, как считаешь, абсолютно. Это размер или все-таки? Я с уверенностью хочу сказать, что этот костюм мы берем четко размер в размер. Это российское производство, выполнено с учетом всех ГОСТовских условий, этот костюм садится по фигуре. Знаешь, мне что еще нравится? Да. Мне нравится эластичная, вискозная, дышащая ткань, а раз она эластичная, значит, она подтягивается. Мне нравится свободный крой этой туники, который еще прикрывает бедра. Многие женщины предпочитают все-таки чувствовать себя более защищенно. Туника на наших девочках высоких, 1,77 м рост у нашей Марины брюнетки.
Видите, что и разрезики там есть. И разрезики для полноты хода. Мы еще не посмотрели на еще цвет. У нас есть красный. Да. Совсем отвлеклись. У нас есть, как на девочках, сиреневый, фиолетовый, зеленый. Есть цвет янтарный на Оле. Есть синий цвет. И, внимание, сейчас на экран мы покажем вам и другие расцветки. У нас еще есть для вас секретный цвет красный. Сейчас покажем вам красный, но он тоже эффектный, потому что он переходит от одного в другой. Вот, посмотрите сейчас. Вот кто ждал красный цвет? Вы дождались? Если вы страстная модница, если вы яркая, если вы любите привлекать к себе внимание, забирайте красный цвет. Красный цвет и буквально обалденный у нас здесь рисунок. Это орхидеи. И название костюма — изящная орхидея. Посмотрите, да, какая эластичная ткань. И это длинная туника. Кстати, давайте обсудим, на какой, да, размер вот подойдет. По поводу длины. У нас женщины не все 1,80 м. Вот он, синий цвет. Есть кто переживает, будет ли закрывать бедра. Смотрите, вот у меня рост 170. Да. Как платье, фактически мини-платье. Но не забывайте, что в подарок, а в комплект идут лосины. Поэтому вы можете смело дополнить свою тунику. И они необычные. Вот, смотрите, длина. Вот на мне есть платье. Я прикладываю сюда тунику, у меня рост 170, вы видите, мини-платье. Ну и помним о том, что мы добавляем еще лосинки и получаем эксклюзивный комплект. Получаете нарядный комплект, комплект «Изящная орхидея». 2799 рублей не за тунику, а за весь костюм. Вот это да, вот это я понимаю. Синий цвет, красный цвет, фиолетовый, зеленый, янтарный. И посмотрите, длина этих леггинсов, длина капри очень удобная. Здесь не имеет значения, какого вы роста. Кому-то, если, например, у вас рост 1,60 м, плюс-минус 5 сантиметров, эти капри будут подлиннее. Если у вас рост 1,70 м, 1,77 м, например, как наша брюнетка Марина, у вас будет открываться почти половина голени. И здесь еще удобство. Эластичная ткань. Девчонки, удачное приобретение, тем более вы получаете сразу две вещи. Размеры до 60-го. Берем размер в размер и не переживайте. Кстати, еще очень легкий уход. Вискоза держит краску очень хорошо. Стираем спокойно. 30 градусов температура. Рекомендую вывернуть наизнанку. Машинку запустили. Я рекомендую поторопиться, Оль. Вот это да, вот это да, вот это красота.